Ну, если представить, что мы проснулись, нет Москвы, есть такой хороший анекдот, что, что я буду делать, да я с ума сойду. Я бы, конечно, строил бы ее шахматном порядке. Я бы на этом месте, прекрасное место, великолепное место. Тем более, если вообще ничего не было, ничего не мешало бы. Строил бы ее в шахматном порядке, очень лаконично, продуманно. И позвал бы сюда жить только людей, которые не по принципу «я москвич, я люблю Москву, а ты не москвич», или то, а которые хотели бы сделать этот город, в котором бы было мирно и спокойно всем жить.